Сегодня утром в своем телеграм-канале муж Маши Распутиной, бизнесмен и продюсер Виктор Захаров, сообщил печальную новость о своей супруге. Несчастье произошло 2 дня назад в Сибири в одном из пригородных поселков города Омска. Стало известно, что российская певица 90-х годов Мария Распутина, или же Алла Николаевна Агеева, давала благотворительный концерт по просьбе администрации города. Несчастье произошло вечером 23 мая после концерта Марии Распутиной. В связи с шокирующей ситуацией и расследованием полиции, Виктор Захаров объявил о несчастье лишь сегодня утром. Мария Распутина стала жертвой нападения собаки бойцовской породы – кавказской овчарки. Однако, как стало известно, Распутина сама спровоцировала подобное поведение собаки. За весну 2022 года это уже второй случай нападения собаки на известных российских артистов. 2 недели назад народный артист России Юрий Владимирович Антонов также подвергся нападению собаки бойцовской породы. Также супруг Маши Распутиной Виктор Захаров рассказал точную причину трагедии. Стало известно, что после концерта Мария Распутина вместе с музыкантами и своим супругом раздавали благотворительную продукцию своего музыкального бренда. Когда артисты уже покидали поселок, Маша Распутина захотела сфотографироваться на фоне одного из домов. Ворота к дому были открыты, и артистка вошла внутрь. Стало известно, что во дворе в это время гулял ребенок. Маша Распутина взяла его за руку и сделала совместную фотографию. Однако, по всей видимости, память об этой фотографии будет очень печальна. Ребенок гулял во дворе в сопровождении огромной собаки, породы кавказской овчарки. Собака восприняла общение Маши Распутиной с девочкой как прямое нападение на ребенка. Виктор Захаров и музыканты рассказывают, что через несколько минут они услышали истошные крики. Хозяевам дома теперь придется объяснить, почему собака бойцовской породы не была привязана, а также по какой причине были открыты ворота дома. На вопрос о состоянии здоровья своей супруги Виктор Захаров сообщил: «Я боюсь что-то комментировать, но мы пока отменили концерты на ближайшие полгода». Маша Распутина была госпитализирована в одну из центральных больниц города Омска. Виктор Захаров рассказал, что у Маши Распутиной еще с детства есть боязнь к собакам. Еще в 9 классе будущую певицу серьезно покусала одна из представительниц собак бойцовской породы.